пучкуем их. Размеры такой, ну, примерно вот такого размера. Материал хороший. Длинный, тонкий, как раз для изящных вещей. Вот. Потом, перед тем, как укладывать в кастрюлю, мы их должны промять. Промять комли все, чтобы пруд занимал как можно плотнее, ложился в кастрюле. Это мы вам еще покажем, как укладывать в кастрюлю пруд. Ну, как мы это делаем. Все это делается, исходя из условий городской квартиры. Наверное, если бы мы занимались этим в частном доме, наверное, может быть, было это все по-другому. Другие способы заготовки. Ну, так как мастерская у нас находится в квартире, в обычной городской квартире, происходит это именно так. За это время как бы ничего не поменялось. Так мы продолжаем все это делать. Ну вот у нас потихонечку. Стараемся, чтобы по комлям все были одинаково, чтобы плотненько они друг дружке были.